Второй год они отмечают свой профессиональный праздник в узком, почти семейном кругу. Противоэпидемические ограничения стали для работников культуры настоящим экзаменом, который они с честью выдержали, доказав свою необходимость. Работник культуры, он лечит душу. Как оказалось, это востребовано в тот момент, когда человек закрыт от общения, но, тем не менее, потребность в красоте, потребность в эстетике, потребность просто даже подумать о чем-то высоком, она никуда не девается. И благодаря работнику культуры у наших зареченцев в городе Заречном эта уникальная возможность сохранилась на протяжении всего этого сложного времени. В культуре нет равнодушных и случайных. В ней остаются талантливые, великодушные и преданные своему делу. Энергия, вдохновение, любовь к людям позволяет им делать мир лучше и добрее. Судьбою каждому из вас дарована очень важная роль или миссия. Это дарить людям радость. Вы важный элемент в создании счастья каждого жителя города Заречного. Культура Заречного, это отмечается всеми, она всегда была на высоком уровне, есть, и я уверен, что она будет на высоком уровне. И все это благодаря вашим усилиям, вашей хорошей работе, вашему отношению к делу как от сердца. Дорогие, неугомонные, яркие, дерзкие, необыкновенные, трудолюбивые, пусть будет так, что в ваших сердцах всегда будет то тепло, та радость, которой вы делитесь со всеми. В праздничный день ряду сотрудников зареченских учреждений культуры вручили почетные грамоты и благодарности главы города и председателя городского собрания представителей, а также награды Департамента культуры и молодежной политики. Светлана Теплухина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».